Сердце любой бани – это, конечно, печь. И то, как оно будет биться, зависит от множества факторов. Количество оборудования на рынке банных печей представлено сотнями моделей и тысячами модификаций. При таком изобилии обычному потребителю определиться с выбором непросто. Ведь хочет он, чтобы печь была красивая и служила долго, чтобы грела быстро, да пар выдавала легкий. Еще, чтобы дров расходовала поменьше и как автомобиль не стоило. Группа компаний «Костер» с главным офисом в Новосибирске делает преимущества своей продукции очевидными и понятными, помогая людям выбирать печи и котлы осознанно. Новосибирская прописка группы компаний «Костер» – ремарка не случайная. Крупнейший за Уралом город знаменит не только высоким научным потенциалом, но и мастерами печного дела. По мнению экспертов, половина всех печей России производят именно здесь. Однако только быть новосибирцами для успеха в печном бизнесе мало. Необходимы всесторонние знания рынка, креативное конструкторское мышление, высокотехнологичные производства, качественные комплектующие материалы, здоровые амбиции и, конечно, искренняя любовь к бане. Успешный опыт работы ключевых сотрудников группы компаний «Костер» на рынке банных печей более 10 лет. Поэтому то, чего хотят банщики, они знают наверняка. Печи «Костер» — это уникальные, запатентованные конструкторские решения, создающие в бане по-настоящему комфортный, индивидуально оптимальный микроклимат. Это стильный, лаконичный и узнаваемый дизайн. Это эффективность и долговечность работы при более чем адекватной цене. Большинство печей изготовлены либо из толстостенной конструкционной стали, это так называемые тяжелые печи, либо из тонкостенной нержавеющей стали, которая применяется при изготовлении легких печей. У каждой из вышеперечисленных сталей, безусловно, есть как плюсы, так и минусы. Комбинированная толстостенная топка печей «Костер» — это симбиоз сильных качеств обоих типов сталей. Низколегированная сталь отличается повышенной жесткостью, что минимизирует деформации несущих вертикальных стенок топки. Элементы конструкции топки, испытывающие термическую перегрузку, изготовлены из высоколегированной нержавеющей стали, которая исключает прогорание при температурах, равных температуре горения дров. Конструкция топки печи «Костер», в отличие от классических топок, более высокая и узкая. Благодаря увеличенной высоте, площадь теплоотдающих поверхностей топки значительно больше, а за счет узкой конструкции контакт пламени с вертикальными стенками топки значительно усилен. Как следствие, нагрев воздуха во всех помещениях бани происходит эффективнее и быстрее. Коллектор топки печей «Костер» также значительно выше, чем у других классических печей. При этом рассекатель пламени расположен в верхней части коллектора. Это способствует более полному сгоранию дров, что увеличивает КПД и значительно улучшает нагрев камней. Верхняя пластина коллектора изготавливается из нержавеющей стали и имеет вогнутую форму. Благодаря этому она является эффективной парообразующей поверхностью, предназначенной для получения перегретого легкого пара. Канал подачи воздуха в коллектор, также изготовленный из жиростойкой нержавеющей стали, обеспечивает эффективный дожиг уходящих газов и защищает заднюю стенку топки от прогорания. Для достижения максимально комфортного микроклимата в бане, помимо кожуха конвектора, в печах «Костер» используются также промежуточные конвекторы, которые разделяют конвекционные потоки. Перегретые потоки, создающиеся между стенками топки и промежуточным конвектором, направляются внутрь каменки, нагревая и вентилируя камни. Более мягкие и комфортные для человека потоки, создающиеся между промежуточным и внешним конвектором, направляются в помещение парной через боковые отверстия. В конструкции банных печей «Костер» применено запатентованное техническое решение, которое позволяет переводить работающую печь в режим стабилизации горения. В момент затапливания печи зольник открыт. Благодаря этому воздух подается в нижнюю колосниковую зону топки, где происходит активизация горения. Пламя отдает свою тепловую энергию как на конвекционно образующей поверхности, так и на стенке коллектора, нагревающего камни.
После достижения в парной и смежных с ним помещениях заданной температуры воздуха нужно плотно закрыть сольник. Через специально оборудованные в верхней части топливного канала воздухоподающие отверстия воздух, необходимый для горения, будет подаваться сразу в коллектор. Мощный нагрев камней продолжится, тогда как нагрев конвекционно образующих поверхностей уменьшится. Данный режим является щадящим для топки и позволяет увеличить эксплуатационный ресурс печей, а также значительно снижает расход дров. На микроклимат в парной также влияет расположение бака для нагрева воды. Наилучшим решением является вынос бака из парилки в смежные с ней помещения и нагрев воды дистанционно с помощью регистра теплообменника. Компания «Костер» располагает регистр-теплообменник на верхней части передней стенки топки. Этот элемент топки нагревается лучше всего. Кроме того, такая установка делает регистр невидимым, облегчает подводку труб и минимизирует потери в конвекционной мощности печи. Помимо конвекционных печей каменок, в последние годы стали весьма популярны инерционные печи-сетки с большой массой закладываемых камней. Такие печи позволяют создавать более мягкий микроклимат в парной. Однако есть и другая сторона. Проведенный сотрудниками компании «Костер» анализ показал, что большинство печей-сеток имеют схожие и очень весомые недостатки. Во-первых, отсутствие конвекции и большая масса камней увеличивает время нагрева парной в 3-4 и более раз. Расход дров значительно больше, срок эксплуатации печей существенно меньше. Во-вторых, камни, расположенные ближе к стенке, удалены от теплоотдающих поверхностей топки, поэтому нагреты хуже. Получаемый из них пар далеко не самого лучшего качества. Сотрудники компании «Костер» разработали уникальную конструкцию печей-сеток, воплощающую в себе преимущества инерционных и сохраняющие сильные стороны конвекционных печей. Печи «Костер-сетка», в отличие от других печей-сеток, имеют высокую динамику нагрева воздуха. Конвекционно образующие сечения, которые сохранены на передней и задней стенках топки, позволяют нагревать все помещения бани всего за 1,5-2 часа. С 2015 года на печи «Костер-сетка» устанавливаются штампованные экраны, эффективно охлаждающие стенки топки и направляющие конвекционные потоки через камни. Экраны сокращают время готовности бани, увеличивают эксплуатационный ресурс печей и создают комфортный микроклимат. Многие люди, планирующие строительство бани, надеются получить не только комфортный жар и легкий пар, но и полноценную комнату для отдыха. Именно поэтому все популярнее становятся печи для бани с выносным топливным каналом и большой каминной дверкой. И это объяснимо, ведь что за релакс без камина? У печей «Костер Релакс» термостойкое стекло в каминной дверке расположено не горизонтально, как у большинства аналогичных печей-каминов, а вертикально. Такая компоновка улучшает обзор пламени в топке, делая эффект камина в прямом смысле очевиднее. Попариться в бане – дело, безусловно, приятное и полезное. Но есть вопросы и понасущнее. Большинство владельцев загородных домов, дач и коттеджей в условиях отсутствия газа сталкиваются с проблемами отопления, а значит, с непростым выбором отопительного котла. Приобретение котла, работающего на твердом топливе, для многих потребителей остается безальтернативным. И здесь нельзя ошибиться ни с мощностью, ни с управляемостью, ни с безопасностью. Сегодня на рынке представлено немало универсальных твердотопливных котлов достойного качества. Тем не менее, котлы-партнер от группы компании «Костер», благодаря своим превосходным техническим характеристикам, высокому качеству и сбалансированной цене, стоят в общем ряду особняком. Именно на примере универсального котла-партнер мы покажем основные критерии для выбора котла. КПД котла зависит от площади теплоотдающих поверхностей топки и эффективности организации дымоотводящих каналов. Котел-партнер имеет компактный эргономичный корпус с эффективной организацией горения и теплосъема. Это водяная рубашка и встроенный рассекатель с жаротрубным теплообменником. Котлы-партнер могут использовать любое твердое топливо. В базовой комплектации установлен блок TEN, есть возможность установки горелок. Предусмотрены опции автоматизации управления, пульт управления блоком TEN,
регулятор интенсивности горения, полностью автоматическая пеллетная горелка. Максимально увеличенный полезный объем топки котлов «Партнер» позволяет обеспечить длительную работу котла на одной закладке дров. Благодаря продуманной конструкции загружать топливо в котел «Партнер» по сравнению с аналогами гораздо удобнее. Одной из важнейших особенностей котла «Партнер» является применение в его конструкции системы конструкционной пассивной безопасности Constructive Passive Safety, революционный ноу-хау, запатентованный группой компании «Костер». Оно является совокупностью конструктивных решений и свойств применяемых материалов, направленной на снижение тяжести последствий в случае возникновения аварийной ситуации, вызванной неправильной эксплуатацией или форс-мажорными обстоятельствами. Приобретение котла «Партнер» с системой CPS предпочтительнее для покупателя, так как гарантирует длительную безопасную эксплуатацию всей отопительной системы. Еще одна отличная от других и отличная, по сути, отопительная печь с самой большой в своем классе варочной поверхностью «Сибирячка». Печь с набором съемных чугунных колец разрабатывалась в основном для людей, проводящих время на своих дачах с ранней весны до глубокой осени. «Сибирячка» быстро прогревает помещение, а также может быть использована для приготовления пищи в казане. Производство эффективных, надежных печей и котлов основывается не только на уникальных разработках, но и на применении самого современного оборудования – лазерных раскройных комплексов, программируемых гибочных станков, координатно-просечных прессов и сварочных роботов-манипуляторов, что позволяет исключить брак, усилить наиболее значимые элементы топки. Уверенность в качестве производимого оборудования выражается в трехлетней гарантии на всю продукцию группы компаний «Костер». Осознанный выбор банной печи, котла или печи для отопления дома – это инвестиции покупателя в здоровье и долголетие. Поэтому выбирать оборудование нужно непременно в сопровождении профессионалов. Профессионализм в понимании сотрудников компании «Костер» — это инновационный, креативный и творческий подход даже к самым мелким деталям. Особое внимание к применяемым сырью и материалам, контроль качества и современные технологии организации продаж. Мы гарантируем профессиональные, всесторонние и честные консультации по любым вопросам, связанным с подбором и эксплуатацией банного или отопительного оборудования. Профессиональный подход каждого сотрудника на всех этапах разработки, производства и реализации – вот кредо группы компаний «Костер».